Доброе утро, страна. Бегу на работу, как всегда. Я вообще в шоке. Я вчера не посмотрела, а мама позвонила. Позавчера еще как бы это, мы договорились с хозяйкой, да? Созвонилась она. Ну, квартира, которую мы смотрели, я говорила вам, в нашем подъезде на 4-м этаже. Все же надумали купить. Но это было позавчера. Это было 28 февраля. Вчера позвонила мама, когда я ехала с работы, и сообщила мне, что поднялись, короче, процентные, банки подняли процентные ставки от 25%. Я сначала подумала, это что-то какая-то иллюзия, мамины выдумки, понимаете? Такого не может быть, я подумала. Ну, представьте, было в прошлом году весной 8%, потом перед Новым годом 9,2%, в январе еще 9,2%, в феврале 11%, да, 11,9%, по-моему, в феврале. Ну, как бы я еще думала, да, брать, не брать, но потом думаю, ладно. А с 1 марта... Вы, наверное, уже в курсе. Это я чума колхозная. Мне некогда смотреть за ставками, следить процентными. С 1 марта. Ну, я посмотрела, так пролистала 24%. У Сбербанка, короче, 21,6%. Я вообще пиздец. Я вообще пиздец. Люди, это что это такое-то? Это теперь как называется? Это нормально, что ли? Это кто будет покупать квартиры в ипотеку? Я думаю, наверное, ну, что нормальный человек, да? Как сказать? Как сказать-то? Простой смертный, наверное, не купит в ипотеку такую квартиру, да? Простой смертный. Как вы считаете? Напишите мне в комментарии. У нас сегодня мороз. Мороз. Минус 13 градусов. Ладно, посмотрела я прогноз погоды. А то бы надела бы куртку тонкую и вышла бы на улицу. Вот. Там такой, знаете, еще, ну, ощутимый морозец. Ладно, вчера был 0. А сегодня минус 13. Ну, я люблю такую погоду. Нормально. Что еще хочу сказать? Я приняла решение. Я ухожу от своего мужа. Совсем. Не знаю пока совсем. Или на время. У меня накопилось куча причин, чтобы расстаться с ним. Пока я озвучивать их не буду. Пока. Может быть, когда-нибудь озвучу. Первая причина это та, что у него работа в Новочебоксарске, у меня работа в Чебоксарах. Это первая причина, как бы одна такая. Ну, не первая причина, одна изо всех причин. Потому что моя работа, ко мне приезжает из Чебоксар. Чаще всего, реже всего из Новочебоксарска ко мне домой. Вот. Это не основная, да? Работа, как бы подработка. Основная моя работа в Чебоксарах. Вот. Поэтому это одна причина. Остальные, может быть, озвучу когда-нибудь. Решила я от него уйти. Хочу уйти. Пока посмотрю, уйду, а там посмотрю, как карта ляжет. Ищу сейчас квартиру, чтобы снять. Квартиру найти очень сложно. Квартиры подорожали. И еще плюс агентство кругом. Там как бы требует и агентство. 3-5 тысяч за услугу. И плюс еще за первый последний месяц надо проплатить.
Я пока так не готова. Я готова только как бы оплачивать месячно, по месяцам заранее, да, за месяц вперед. Вот. Не знаю. Не знаю, что будет, как будет. Ищу квартиру. Как найду, так перееду. В Марпасад пока не собираюсь ехать. В Марпасаде делать совершенно нечего. Проезд у нас подорожал. А мне даже и невыгодно ехать домой. Потому что там ни работы, ни денег. Там просто придет жопа полная. Вот. Ну, как-то так. Приехала я на свое рабочее место. Всем хорошего дня, отличного настроения. А я пошла. Меня ждут великие дела.